И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Короче, друзья, хотел я, как вы знаете, сегодня записать ЗЛПшку, да, то есть половить золотые ящики, сделать какого-то рода контент, да, то есть, как вы знаете, сейчас у нас в игре 5 дней день НЛО, все дела туда-сюда, да, повышенные якобы фонды, голды. Плюс можно неплохо пофармить и все это дело как бы заработать. Я думал, что будет хороший повышенный шанс выпадения золотых ящиков. Я смогу полноценно записать ЗЛПшечку, потому что давно у нас не было. Да и вам заходят подобного рода видеоролики. Я думал, что, ну блин, почему бы и нет, почему бы не записать. Сейчас вот, правда, какая-то ошибка. Обновлюсь. Сел с утречка записывать, да, где-то часов, наверное, там 9-10, может быть, было. На протяжении полутора часа, может быть, даже больше я пытался записывать данную ЗЛПшку. Но голдов очень мало, прям максимально мало. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что, ну, походу, кто-то у нас не умеет вообще делать праздники. Как по мне, это вообще полнейший провал. Худший, наверное, праздник за последнее время. Потому что если за 2 часа во всех катках максимум было голдов 10, я считаю, что это просто провалище нереальнейшего формата. И я вообще не знаю, типа, как можно делать повышенное выпадение золотых ящиков, если их вообще практически не падает. Окей, там шанс повышен, но их как будто там в 2 раза больше. В 2 раза больше голдов. Это что такое вообще? Нету ни карты уникальной, да, окей, во всех матчмейкинговых боях. Но я даже не могу просто банально записать за данное довольно большое количество времени обычную ЗЛПшку с голдами. Это, ну, даже не то, что, знаете, как поймать голды, просто записать за ЛП, потому что голдов по факту особо не падает. И это, как по мне, ну просто провалище. Просто провалище. Мы уже поняли, что особо в этом смысла нету, как я вот, как видите, я тут с Авицем, с Тёмочкой катаю. Уже начали просто фармить кристаллы, забили уже болт на эти голды. И, по сути, да, то есть заданка в виде 20 золотых ящиков, которые нужно поймать для заданки, да, то есть, ну, вы поняли, короче, да? То есть, чтобы выполнить задание на 5 дней према, то есть, вам надо поймать, по сути, этих 20 голдов, становится очень тяжело выполнить, прям максимально. С таким шансом выпадения голдов я бы на месте разработчиков пересмотрел бы все это дело и повысил бы шанс, потому что, ну, это просто какой-то провал. Я не знаю, если они реально хотели сделать вот именно такой шанс выпадения золотых ящиков, то у меня к ним очень много вопросов по этому поводу, и у меня начинает нереально жестко сгорать. Я, конечно, сдерживаю эмоции, не хочу здесь там орать, переходить как-то там на эмоции и взрываться. Но вы сами понимаете, что это ненормально, когда якобы у вас повышен номинал выпадения золотых ящиков. Я понимаю, что как бы оно на протяжении там 5 дней все дело поднято, да, и по сути, наверное, ну не должен быть офигенно большой шанс выпадения золотых ящиков, но когда, да, то есть я смотрю всякие определенные моменты, и когда к полудню, друзья, у нас на Ютубе нету ни одной ЗЛПшки, посвященной НЛО. Это значит, что в боях практически вообще не падает золотых ящиков. Я знаю просто, сколько ребят записывают их, сколько ребят ловят там, и все в этом духе. И когда у нас к полудню, повторюсь, ноль, ноль видосов, ноль. Никто не записал, потому что голдов не падает. Ну и я, конечно, по этому поводу просто жестко сгорел. Я уже сразу вам говорю, что я не хочу ничего записывать. Я для себя понял, что это вообще полнейший бред. Сидеть тут, наверное, часов 5-7, может даже больше записывать все это дело. Не вижу вообще никакого абсолютно смысла. Проще уж фармить. Да, за это время я сумел набить 40 тысяч опыта. Как вы знаете, я вчера вечером на стриме получил 98-ю легенду, уже плюс 40к поднял. Проще уж фармить, поднимать кристаллы, звезды. Да, и не думать там об этих золотых ящиках. Есть дополнительный неплохой икс. И за счет этого можно как бы нафармить. Плюс сегодня еще и новый челлендж начался. Но уж явно не сидеть и не думать
о данных золотых ящиках. Вас я лишь, друзья, прошу высказать свою точку зрения, кто вот играет на данный период времени в игру, да, что там, куда, чего двигается. В ближайшее время, я думаю, что будут обзоры по вооружениям, потому что у нас поменялся баланс. Я, как вы видите, уже продолжаю играть на постоянной основе на данной замечательной жиге. Поэтому я, наверное, своим супер сочетанием изменять не буду. Но если что-то вдруг интересное и замечательное посмотрим, найдем, то обязательно запишу, тоже расскажу. Поэтому как-то так, особо долго мусолить данную тему мне не хотелось бы. Я лишь повторюсь, что если вы катаете, друзья, да, напишите, пожалуйста, мне очень интересно, сколько у вас упало голдов за какой-то определенный промежуток времени, либо у вас, например, сколько каток в катке падает голдов, например, да. То есть у меня получается в среднем, бывает один голд за катку. То есть бывают катки, где падает подряд в двух, например, трех катках 0. Потом бывает катка, где упадет там 2, может там 3 голда, да. То есть максимально было 4 голда за катку, но потом зато промежутками голдов в катках вообще практически нет. Я устал, записываю и надеюсь на то, что в принципе можно это дело будет как-то пересмотреть. И возможно даже этот шанс будет повышен, да, после рестарта. И, может быть, еще и не полностью будет потерян праздник. Но пока для меня это полнейший провал. И это, наверное, худший праздник за последнее время, который когда-либо мог быть. Я подавал большие надежды на него. Все-таки это метеориты. Все-таки есть, да, интерес к данным золотым ящикам у меня. Но когда происходят такие движения, и когда голдов, ну, вообще практически не падает, да, то есть я отдаю свое предпочтение лучше уж набитию звезд, поднятие дополнительного количества кристаллов, там, опыта, да, то есть, ну, я как бы иду к этой соточке замечательной, да, нежели сидеть, выжидать эти голды и думать, когда же они там упадут, а они там за пару часов 10 голдов в сумме у меня там упало. Ну, я считаю, что это вообще просто ни в какие уже ворота и рамки не лезет. И я уж точно, да, то есть я не являюсь каким-то там супер-мега-крутейшим ЗЛПшником, голдоловом, который может себе позволить записывать данное движение на протяжении довольно-таки долгого времени. И при этом раскладе еще и там забирать эти голды-то надо, я же не буду выпускать ЗЛП, в котором я не поймал ни одного голда. Ну вы же сами понимаете, да, то есть это полнейший там бред. Поэтому как-то так, друзья. У меня на этом, наверное, таки все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. И если вам понравился данный видос, не забывайте его поддерживать лайком. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был мистер Ванька, друзья. Фармите кри. Я просто уже не знаю, что здесь можно было бы добавить. Еще и дополнительная крит-ошибка. Всем удачи и всем пока.